в первую очередь мы подвергаем соответствующей обработке, дезинфицирующей обработке все те места, которых может коснуться пассажир, где он находится. Это турникеты, это ручки дверей, это поручни эскалаторов, это поручни маршевых лестниц, билетные, возле билетных касс места, которые те же подоконники, тарелочки. Естественно, также мы обрабатываем и сами платформы. В ночное время обрабатываются стены метро, колонны на тех станциях, где есть колонны, также обрабатываются. На всех станциях Минского метрополитена размещены бесконтактные сенсорные дозаторы. Если мы говорим о подвижном составе, о поездах, то они, как только прибывают в депо, проходят через моечный комплекс. Затем они попадают в депо, и уже в депо производится обработка составов внутри. Это поручни, это стекла, это вентиляционные даже решетки, которые, казалось бы, высоко. То есть, в общем-то, все, сиденья, места связи пассажир-машинист. В общем-то, все абсолютно подвергается обработке.